Умирающему Джигурде запретили ходить. Актеру грозит инсульт. Прогнозы были самые худшие, но кризис миновал. Новость о том, что Никита Джигурда находится в тяжелом состоянии, поразила поклонников. Вчера из Парижа прилетела Марина Анисина. Она-то и вызвала карету скорой помощи, рассказал Никита. Я отказался, говорил, что бессмертный. Но приехавшая бригада реаниматологов сказала, что промедление могло закончиться летальным исходом. Меня ждало как пьяного. Врачи запретили мне двигаться, посоветовали уехать куда-то на недельку и отлежаться, продолжал артист. Покой, ласка и строгий постельный режим, как обещают медики, могут уберечь меня от повторения кризиса. Напомним, что бесконечные судебные заседания, потоки лжи, давление прессы – все это не лучшим образом отразилось на состоянии здоровья артиста. В итоге в ночь накануне очередного слушания в суде Москвы у Джигурды случился серьезный приступ. Он подошел к судье и сказал, что сильно ослаб. Я крайне плох, поэтому впервые по моей просьбе перенесли заседание суда. Ночью у меня случился гипертонический кризис. Справки я дал, таблетки, лекарства, меня колбасит.